это ну это андалузит Ежикова, Кобзенора. Перелив шайтанский, да, просвечивает такой медовый оттенок. Ну, это мелкий письменный гранит. Щетка кварцевая. Вот из Копигема они такие вот шли. Но их нужно было очищать. Казиха. А это что за... Ну, это выбрасывать, конечно. Ну, какой симпатичный коренной камень. А это эксперименты. Что это? Гематит, что ли? Жотка, липушки. Опустили с Александром медный купорос. И вот эти кристаллы, ну лет 10, наверное, уже сидят на нем, не растворяются, хоть лето, хоть зима. Эксперимент. Зима длинная. Разберем яшма с липовки. Это вот тоже своего рода перелив на скопе Санникова. Интересный камень, половина прозрачного. И так далее. Пара образцов, которые я должен Александру отдать, это он нашел. Вот это вот перелив шайтанский. Это вот прямо из жила он. Неплохой образец, вот срез сделали. Пыльный, правда, весь, но вымыть его совсем по-другому. Видите, снаружи-то и не видно, какой рисунок у него. А здесь вон красотуля какая. А это образец кварца. Интересный такой кварц, какой-то резирующий, оранжевого цвета, а в нем, видите, кристалл сидит. Да, он нашел.